Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Yana sizlar bilan men Ahmadjon. Kimda-kim Moskva, Moskovskiy oblastida bo'lsa, kimga toza registratsiya kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilishlar mumkin. Nomerimiz 8964 717 17 18. Shu nomerimizda WhatsApp bor. WhatsAppga bemalol murojaatingizni qoldiringlar, biz obязательно sizlarga savolga chiqamiz. Ko'pchilik telefon qilyapti, telefoningizni olmayapti. Shuning uchun WhatsAppga yozinglar. Xudo xolisa ответ qilamiz WhatsAppdan. Yurtdoshlar, keyin prosrochka registratsiyasini ko'pchilik so'rashyapti. Prosrochkani ham iloji bor. 100% bazada bo'ladi. Bemalol ko'chada yursanglar bo'laveradi. Keyin yurtdoshlar, shu Ahmet 17-18 TikTokimizga podpisatsiya qilib, like bosib, tanish bilishlarga jo'natib yuboringlar, chunki yangiliklardan xabardor bo'lib turasizlar. Keyin har kuni prime efir qilamiz. Prime efirga kirib, mabodo bir savolingizlar bo'lsa, savollar berishingiz mumkin. Biz har bitta savolingizga javob beramiz. Ko'pchilik telefon qilyapti, hammalarga ответ qila olmayapmiz. Shuni hisobiga prime efirga kelinglar. Nima savol javoblar bo'lsa, bemalol berishingiz mumkin. Keyin Tojikistonlik aka-ukalarimiz ko'pchilik telefon qilyapti. Hozir o'zim ulkan tushuntirib o'tadi. Bemalol murojaat qilishingiz mumkin Tojikistonlik akalarimiz ham. Assalomu alaykum, barodar mon, nasho dokumento, registratsiya, patent, registratsiya, migratsionni, RVP, hamani ko'ro qaysar ko'rdura, 100% garantiya, shatga metoni murojaat qiling, любое время, Moskva, Подмосковье, ama jarda 100% garantiya shatga. Ayo domo ki, prosrochka degan maqsad vremya shkizashda, ya daruz, daruzda variant aki vastanovit kana, ikkita satuna 100% kana bada tuna. Uzoy jema metoni, badina, mo zangiz buzane, telefon shamikshana, mo jema metoya. Metoni maqsad, любое время, TikTok Шахмед Абдахажда, любое время эфир мекина будрен тысяч акча кен любой салла пенсия жоқтанада регистрацияны сатып өз гарантия шықты туғыр кәм әкет оны иншалла регистрацияларымыз хаммасының базасы бар қолдан келші сіләрге ордайын береміз юрташлар рахмат хаммелеге сау болида всем ассаламу алейкум уважаемые братья мусульманины уважаемые братья я не просто так выложил этот видео чтобы был полезен нашим братьям просто много ходит в Москве именно в России но разные национальности например не только таджики киргизы и узбеки все национальности я просто выложил этот видео чисто потому что есть стороны с Таджикистана смотрят наши братья и Узбекистана ну вы сами знаете, побольше дружат друг с другом, поэтому выложил чисто таджикам и узбекам, чтобы не думали, чтобы остальные религии, чтобы как будто я разделяю нас. Нет, братья, я просто сделал, чтобы они просто друг друга понимают, как бы, например, таджик, таджика понимает, узбек, узбека понимает. Поэтому решил поделиться с этим видео. Важнейший совет для вас, уважаемые братья, от вас мне нужен поддержка маленький. На нашем канале, короче, не так сильно много людей сейчас пока что. Сейчас просто собираем сделать такой небольшой хороший проект. Социальные опросы разные, очень хорошие, чтобы у вас настроение поднимать. Поэтому нужен ваша помощь. Что вы должны делать, уважаемые братья? Вы просто поддерживайте наш канал, всегда подписывайтесь, ставьте лайк всегда, иншаллах. Я же когда сказал, это будет 100 тысяч подписчиков. Если вы находитесь в Москве, я буду все собрать, короче, в одну, ну, чайхану где-нибудь. Я буду всем абсолютно бесплатно раздавать плов. Поэтому, уважаемые братья, пожалуйста, от вас лайки, подписка, всегда поддерживайте наш канал. Иншаллах, скоро мы все начинаем, еще постепенно все начинается. Я просто жду своего оператора. Ну, сами знаете, потому что без оператора нигде ничего не получится. Поэтому, уважаемые братья, я хотел с этим видео с вами поделился, полезно этот, если вам полезно было этот видео, потому что ну, многие люди, например, как сторона братья наши, узбеки, таджики, киргизы, например, ищут свое, где сделать регистрацию, где можно оплатить штрафы, поэтому мы просто выкладываем такие видеоролики побольше про мигрантов, про наших братьев, это самое главное полезное видео. Не стоит же, например, я не рекламирую никакой-нибудь ставки там бетмейкерские, либо там нету мне такого, чтобы на канале, чтобы вам скучно не было. Да я понимаю, но про мигрантов побольше, потому что все ищут информацию, например, бывают случаи, кто-то ищет про регистрацию, кто-то ищет про патенты, например, бывает разного языка, не понимает, может, бывает даже из разных наций, там бывает друг друга язык не понимает. Например, русский язык не понимает, кто-то узбекский. Поэтому мы делаем на русском языке,
чтобы все нации поняли, что, о чем идет этот видео, например, о чем я снимаю. Поэтому, уважаемые братья мусульмане, от вас небольшая такая поддержка. Ставьте лайк всегда, поддерживайте всегда наш канал. Я понимаю, у нас качество тоже не очень хорошее. Пока что с аппаратом тоже все решим, иншаллах. Все хорошо будет. Ассаламу алейкум. Вашу поддержку жду. Всегда я буду стараться для вас.